Вот так выглядит снаряжение для прогулок по даунтауну Майами, куда я приехал по своим делам. Прекрасно. Жизнь в Южной Флориде идет своим чередом. Закрыты пляжи, рестораны. Но по факту работают все магазины. Народ осознанно, если собирается, то делает это аккуратно, без всяких тусовок, шашлыков. Но видится. Подъезжаю к Майами, к центру Майами. Сделаю пару кружочков, чтобы передать обстановку. В целом жизнь идет. Кто-то предохраняется больше, кто-то меньше. Никаких запретов нет. Дороги пустые, просто кайф. Традиционное везение с мостами. Наверное, да и риска больше. Ну, посмотрим, сейчас еще кружочек прокачусь. Да, для вторника трафик просто отсутствует. Гуляют. Одна семья гуляет. Здесь хороший бар. Здесь хороший руфтоп. Дядя на улице в маске идет. Молодец. Работают этот Railroad. Собачкой гуляют. Не, жизнь есть. Жизнь есть. Строители, почему без масок? Метромувера что-то я пока не наблюдаю. Вот здесь главная площадь Брикеля, где рестораны, где народ гуляет. Сделаем кружочек. Что-то строится опять. Люди гуляют. Маски, ребята, маски. Ресторан Тоскана Дивина. Хорошее место. Закрыто. Вы всю дорогу решили закрыть, джентльмены? Thank you.
Брикель Сити Центр, этот мол. Тоже на лопату. Да, в центре народ гуляет. Гуляет. Ну, странно все-таки, что они масками не сильно пользуются. Очередь в Public Sun. Какой паршака цвет, салатовенький. По-майамски. Первый раз в лифте за последние полтора месяца. Перчатки, маска. Перчатки тактически не резиновые. Просто потом их помыл, положил. Резиновые чуть не налезают. Резиновые в магазине. Как в кино. Хороший байк. Капучино! Капучино? Yep. Кто-то в масках, кто-то вообще без. Вот на в Брикеле такой фудкорт сделали. Ну, он здесь всегда, но тем не менее. Зачастую можно попить смузи, кофе, съесть шурму какую-то.